7.00.20.2018 года поступило сообщение о том, что произошел хлопок бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном четырехквартирном доме по улице Строительной в населенном пункте Улукулево Кармаскалинского района Республики. Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан организована работа оперативного штаба. Ликвидация последствий задействованы силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 29 единиц техники и 114 человек, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 84 человека личного состава. Сотрудники МЧС России извлекли двух пострадавших, доставленных в ЦРБ Кармаскалинского района, обнаружены двое погибших. В доме проживало 8 человек. Дети в доме не проживали. Пожара не было. Организован пункт временного размещения.